14-15 Grad war Apache-Idee. Also ist während der Kämpfe in Luhansk? Im Jahr 2014, 15 ist dort stark gekämpft. Und hat er selber auch gekämpft? Was? Сам тоже воевал? Да. 14-15 год. 14-15 hat er. Ja. Und mit was? Apache-Idee, oder? Und dann zeigen die Waffen gehabt, oder haben sie die bekommen? Потом контузия, ранение, исписали. Und nachher ist er verletzt worden und ist ausgetreten. Ja, wie verletzt? Контузия какая? Тяжелая? Ну, средняя, но голова так до сих пор на погоду болит. Er hat jetzt noch Probleme mit dem Kopf. Oh, scheiße. А он спрашивает, оружие свое было? Ну, то, что забрали у украинцев, то и было. Also, die Waffen haben sie die Ukrainer abgenommen, aus der Kaserne und die, die sie haben besiegt. Ah, okay. Und? Начинали, когда сюда начали после Майдана эти товарищи ехать, националисты, мы их встречали с битами, с бейсбольными, вот кого что было, ружье охотничье, вот что было, потому что ехали нас убивать. Они уже с огнестрельным оружием ехали, здесь издевались над людьми, такое. Also, nach dem Майдан sind die Nationalisten gekommen und haben angefangen, тут ужас был. Leute sich über, also, umbringen und sich über sie lustig machen und so weiter. Also es war Notwehr, was sie gemacht haben? Nein, das war prinzipiell защита. Жизни. Конечно, защита жизни, потому что они ехали в наш город конкретно, ну как. Also, возьмем 2 мая Одесса, раз. Крымские автобусы разбили под Запорожьем. 2 мая Одесса, das weiß ja. Nachher die Autobus хотели... от границы yeah. zu Крым, wo Харьков. Харьков тоже, этот самый, в марте месяце там очень много людей погибло, тоже никто не знает. Люди выходили против Майдана и их убивали. Майдан auf die Straße gegangen und sie sind ermordet worden. Да, конечно. Спасибо. Вот. Und hat das russische Militär schon geholfen? А русская армия помогла вам? Ну, в 2014 году русская армия зашла только в августе месяц. И то не регулярная армия, а добровольческие подразделения. Im Jahr 2014 hat die russische Armee erst im August eingegriffen und nicht die reguläre Armee, sondern freiwillige Verbände. Ah, okay, aber mit der Unterstützung vom Militär. No, с поддержкой от армии. Правильно так? Ну как? Ну, ЧВК зашли, частные военные организации. Also, Вагнер, например, Редут. Где Вагнер и нахол? Вот они помогли. Ja. А, окей. Okay. So freiwillige Verbände, so Söldnerverbände, ja. Окей. Okay. А сначала мы были без поддержки нас. Луганск был разбит весь. Что был? Разбит Луганск весь был, это уже отстроили. Die ganze Stadt Luhansk ist zerstört worden von der Ukraine. Sind die Leute gestorben, die noch gekämpft haben? Умерли много, погибли много людей, которые вы знали. Конечно, мирных очень много. Не было... Смотрите, Украина отключила воду, отключила электроэнергию, света не было. Воду привозили. Люди, вот собираются люди, приезжают бочка, они набирают воду. Туда летит мины, летят. Именно по мирным. Die ukrainische Regierung das gemacht. Aber почему украинское правительство так поступало? Я не знаю. Во-первых, если проследить историю Майдана, начиная с осени, то там переворот начался с западной Украины, с центральной. Да, там начали захватывать администрации. Это было можно. Двойные стандарты. А когда мы не, когда запретили русский язык, когда сказали, что Донбасс надо расстрелять и Луганск, вот, значит, мы решили, мы не согласились с этим, провели референдум, все, мы уже враги, нас надо убивать, нас начали убивать. Войну кто начал в 14-м году? Подожди, я перевожу. Der Aufstand, der Майдан, hat im Westen von der Ukraine angefangen. Dort ist das alles erlaubt gewesen, also
Volksaufstand. Und nachher hat der Maidan stattgefunden in Kiew. Und nachher haben sie im Osten angefangen, sich wehren gegen den Putsch. Und sie sind nachher militärisch unterdrückt worden. Aha, okay. А что ты еще хотел? Ну, я хотел сказать то, что кто начал войну? Перед Славей. Турчинов, который тогда был исполняющим обязанности, ну, типа как президент Украины, когда Януковича свергли, да? Переворот сделали. Турчинов отдал команду, чтобы сюда вошли войска и начали нас убивать. Турчинов, das ist der Putschist, конечно, Турчинов. Die Leute, die sich gegen Putsch wehren, sollen bekämpfen. Ja. Oder Georgiou. Und wie geht es den Leuten jetzt in Luhansk? А как люди сегодня живут в Луганске? Великолепно. Sehr gut. Намного лучше, чем при Украине. Sie leben viel besser als während der ukrainischen Zeit. Und hat es überhaupt noch irgendwelche Leute dort, wo die Ukraine zurückwollen? Есть там люди, которые хотели бы назад в Украину? Может и есть, но среди моего круга общения, поверьте мне, он у меня довольно-таки большой, таких нет. Also, vielleicht gibt es, aber in meinem Bekanntenkreis, und ich habe sehr grossen, gibt es keinen einzigen. Ja, und ist jetzt nicht sicher, könnte immer noch so Drohnenattacken und so. А сейчас в Луганске безопасно или все еще летают? Ну, безопасно, но иногда вот же дают ракеты дальнобойные. Иногда прилетают. Ну, по городу редко, все небо закрыто, ПВО нормально. Но взять города такие, как Стаханов, Первомайск, которые ближе к линии разграничения, туда летит каждый день немного. И по мирным именно по мирным. Хохлы стреляют по мирным. Давай, погоди, а то я забываю. In Luganske ist es relativ sicher, gut zum Leben, aber hier und da kommen sie mit Langstrecken Raketen oder schiessen sie rein, aber die russische Flugabwehr ist sehr gut, ist ziemlich sicher. Aber in den Städten, die westlich von Luganske sind, also mit denen, die näher an der Grenze sind, dort wird ständig angegriffen und es sterben sehr viele Leute in der Zivilbevölkerung. Greifen denn die bewusst die Zivilbevölkerung an oder möchtest du auch das Militär treffen? А украинцы, они специально нацеливают гражданских или они просто не попадают в военных? Нет, они специально бьют по мирным городам. Sie, Украинер schießen ganz spezifisch auf die friedlichen Städte. Weißen Ziel? Zerbürdig, oder? А какая у них цель? Это... Не знаю, наверное, запугать людей, но тут они не угадали, ничего у них не выйдет. Wahrscheinlich, weil sie einfach die Leute verschrecken, aber das gibt keine Wirkung. Ja, eben, das macht du Hass, oder nicht? Это же вызывает гнев. Конечно. Конечно вызывает. Ja. Да. Natürlich. Да. Это только гнев вызывает. Никто в Украину не хочет, поверьте мне. Also, ты хочешь glauben, niemand will nicht in Ukraine zurück. Ja, und ist ja nicht wahnsinnig hässig auf NATO, auf den Westen, dass da jetzt so viel Soldaten aus Russland und auch die Ukraine sterben für den Krieg. Не злой ли ты на Запад, что сейчас многие из Запада еще идут воевать с оружием, дадут им много русских... И ваших погибнут из-за этого. Да, погибнут. Я знаю, что погибнут. Ну вот оружие перестанут давать, и все наладится. Ich weiß, dass viele Leute sterben, sobald nicht mehr Waffen geliefert werden, hört der Krieg auf. Ja, und wenn kein Geld mehr kommt. И если деньги заканчиваются. Что? И раз деньги заканчиваются... Ну, все. Видимо, да. Ну, вот, опять же, по поводу специальной военной операции. Еще в марте месяце, в начале апреля, были достигнуты стамбульские договоренности. Also, die Invasion von der Russen, nach zwei Monaten, die Abkommen von Istanbul stattgekommen.
Вот, можно было прекратить все тогда еще, в 22-м году. Мы хотели уже им 22-й ханна Фридешлиеса. Но приехал Борис Джонсон и сказал, воюйте. А это Борис Джонсон и Шхон, как сказал, фарит витер. Genau, das weiß man. Я просто больше чем уверен, что обычным людям во всем мире эти войны не нужны. Ich bin ganz sicher, ich weiß, dass auf der ganzen Welt eigentlich die Leute den Krieg nicht wollen. Ja, im Westen, aber im Westen gibt es halt viel Beeinflussung durch unsere Medien. Bei uns hat man das Gefühl, die meisten Leute bei uns im Westen haben das Gefühl, dass der Putin der Böse ist, oder? No, у нас на Западе очень сильно влияют средства массовой информации и говорят, что Путин плохой. Ну, Путин – это Путин. Он хорошим не будет для всех. Но Путин, Путин – это патриот своей страны, патриот России. Он же Россия. Путин, да, ist nicht für alle gut, aber ist ein Patriot. Ja. Also, kannst du noch mitteilen, dass ich nicht die Meinung teile? Dass ich schon sehe, was da läuft. Конечно, это не мое мнение, то, что я расскажу, но я просто скажу, что там происходит. Würde ich sagen, dass der Putin super Arbeit macht, oder hat er selber auch gewisse Sachen anders gemacht? Ты думаешь, что Путин хорошо поступал или сделал бы лучше делать по-другому? Я считаю, что Путин должен был еще в 14-м году войти в Украину и разбить этот нацистский режим, фашистский, который в Киеве тогда образовался, и по сей день он пьет кровь с людей. По сей день мучает. Путин hat im Jahr 2014 in Ukraine sauer immarschieren und bis nach Kiew und das nazistische Regime absetzen, wo noch heute das Blut von den Leuten trinkt. Also der Vorwurf, also wenn es einen Vorwurf gibt, dann ist es der, dass man zu zögerlich agiert hat. Значит, если есть упрек, то, что он слишком поздно реагировал. Да, есть. Das ist so. Und er hat jetzt immer noch Familie dort unten. У тебя там семья в Луганске? У меня семья в Луганске. У меня родители сейчас находятся в Купянске. Там, где идут военные... Их фамилия in Луганск, und meine Eltern sind in Купянск, wo im Moment Front ist. Ja. Und in der Front ist es richtig gefährlich, auch für Zivilisten, jeden Tag, oder? На фронте там очень опасно для гражданских, каждый день. Конечно. Natürlich. Конечно. Конечно. Man denkt, er ist... Also, die Ukraine hat die Chance, da überhaupt zu gewinnen, das ist... А как ты думаешь, есть у Украины шанс выиграть эту войну? Нету. Без вариантов. Кай шанс? Ja. Denkt ihr, das Ganze kann eskalieren, und es einen Atomkrieg gibt, weil der Westen so tut? Думаешь, что все это может выйти в ядерную войну? Я очень надеюсь, что этого не произойдет, но если... Байден останется у власти, и Шольц, и вся вот эта верхушка, вот эта, которая сейчас либеральная, находится у власти в Евросоюзе и т.д. и т.п., Макрон и так далее, то все может быть. Also, а Путин заднюю уже не даст, я вам сразу говорю. Also, ich hoffe, schwer, dass es nicht so weit kommt, aber wenn der Biden an der Macht bleibt und wenn der Scholz und Macron und all die liberalen Köpfe im Euro... in der EU bleiben, dann kann alles passieren, aber ich hoffe es nicht. Teilt er mit mir das Gefühl, dass in den meisten Regierungen relativ viele Geister gibt, mehr hinter die Leute unterwegs sind? Ты разделяешь мое мнение, что на Западе правят придурки? Ну вот, видите, я же говорю, простые люди между собой всегда договорятся, неважно из какой страны человек, из Швейцарии, из России, из Украины, из Китая, вообще неважно, люди обычные договорятся, будут торговать, будут ездить друг к другу на экскурсии в гости, все, и будет нормально, но эти же козлы, они уже достали всех. Я дряк сайт, ты квентных алют, фиштайс химмер. Aber die gewöhnlichen Leute reisen gerne zu den anderen und die Handel treiben und sie verstößen über Grenzen. Aber die da oben, die machen, was sie wollen. Und er hat vorher noch gesagt, der Putin wird auf keinen Fall zurück zurückweichen. Zurückweichen, ja.
Tut er trennen zwischen der westlichen Zivilbevölkerung und der Regierung, oder findet er, dass wir, die ja in diesen Demokratien leben, nicht Verantwortung tragen für das, was passiert? А ты делаешь разницу между гражданами на Западе и правителями? И, ну, раз это демократия, да, выбрали их? Ну, вы их не выбирали. Даже, понимаете, выбрать демократические выборы, все это ерунда. А за ты ганца, люди, это люди, а вот... Даже трубок, die, die oben hocken, die machen der Schlamassen. Auch im Westen oder auch in Russland? Im Westen. Auf Nasapetje, in России, или как? Как ты думаешь, а в России, я вам скажу, вот сейчас смотрите, выборы будут президента, я вам скажу четко, здесь Путин выиграет без вариантов, потому что его поддерживает Россия. Путин это лидер, которого поддерживает своя страна. А на Западе, в Евросоюзе, таких лидеров просто нет. Не поддерживают народ лидеров своих. А у нас Путина поддерживают все. И в Росланде есть такие баллы, он такой, все, der wird gewählt, weil die Russen unterstützen Putin. Er hat eine große Unterstützung im Volk. Und im Westen, die westlichen Leader, die werden nicht unterstützt vom Volk. Das, da kann ich, glaub, zustimmen, ja. Eine Frage. Ja, согласен. Вот если бы появились там, например, в Швейцарии, в Германии, вот такие люди, за которыми народ бы шел, в общем, и которые хотели бы добра своему народу, не взрывали бы газовые потоки. Сейчас бы, представляете, был газовый хаб в Германии. Германия бы торговала газом за всю Европу с маленькой наценкой, у вас бы были энергоносители дешевые. Давай, переводим. Да, не уходила бы промышленность. Also, wenn ich feste, Leute от Regierung kommen, die wirklich vom Volk unterstützt wurden, was Volk dahinter steht, wo nicht zum Beispiel Nord Stream in die Luft jagen und Leute, die wirklich das Gute bei für ihr Volk, das würde es ganz anders aussehen. Was glaubt ihr, hat die restliche Welt, also Indien, China und BRICS-Staaten, hat die verstanden, was in der Ukraine, was da abläuft? Oder ist der Westen isoliert? Oder was haben Sie? Ja, ich verstehe. Как ты думаешь, вот остальной мир, ну, страны БРИКС, они понимают, что происходит в Украине? Конечно. В отличие от Запада. Да, они понимают. Поэтому, опять, когда говорят, что Россия в изоляции, ну, давайте следующий пример. Евросоюз США и с сателлитами США, это всего-навсего 1 миллиард. Всего-навсего. А остальной мир поддерживает Российскую Федерацию. Такие страны, как Индия, Южная Америка, в частности, Китай и так далее и тому подобное. Это как бы 7 миллиардов, ребята, почти. Also, разницу чувствуете? Natürlich versteht ihr das, was da abläuft. Wir reden ja immer davon, dass Russland isoliert sind. Aber schaut mal, der Westen, also die EU und Amerika, wer da noch dabei sind, das sind Milliarden Leute. Und der Rest der Welt sind 7 Milliarden. Und da könnt ihr selber ausrechnen, wer jetzt von denen isoliert ist und wer nicht. Ja. Wenn der Krieg heute aufhören, glaubt er, dass da schnell wieder Frieden zwischen den Völkern herrscht, wie eigentlich in Tschetschenien, oder ist da zu viel passiert? Was mir сейчас заканчивается война, будет мир. Как ты думаешь, Украина помирится, украинцы помирятся с россиянами? Как было в Чечне, или будет еще долго проблема? Значит, у меня много знакомых сейчас на данный момент находятся на территории подконтрольной киевскому фашистскому режиму. Сейчас я перевожу. Also, im Moment они viel bekannte, die im Gebiet sind, die vom faschistischen Kiewer Regime kontrolliert wird. Давай. Вот. Мы общаемся благодаря Telegram, мы общаемся практически день через день, но часто общаемся. А мы все häufig im Kontakt miteinander dank Telegram über Internet. Вот. И из этого вам скажу следующее. Людям это все уже надоело, люди там уже разобрались в основной массе, что происходит на самом деле, что их обманули, людей.
Und ich kann euch sagen, die meisten Leute denen, die verstehen schon, was läuft und was gelaufen ist. Sie verstehen, dass sie betrogen worden sind und dass sie nur Kanonenfleisch sind. Also, der denkt ja, dass Svensky, wenn wieder faire Wahlen wären, keine Chance mehr hätte, um wieder gewählt zu werden. Zelensky, если было бы, ну, настоящие выборы, его не выбрали бы второй раз. Конечно, не выбрали. Кому он нужен? Вообще, Зеленский не решает ничего. Überhaupt, Зеленский это entscheidet überhaupt nicht. Его Коломойский президент там сделал. Все, oligarch. Коломойский это zum Präsident gemacht, das ist der Oligarch. Вот. И в итоге сразу продались американцам. Und, все. Er hat sich an den Amerikaner verkauft und der ist gelaufen gewesen. Seht ihr eine Möglichkeit, dass wenn es Svensky nicht mehr ist, oder mit dem Hauptgrund setzt, dass Russland mit der Ukraine an der NATO vorbei einen Frieden kann schliessen? Du weißt, was muss, что Россия без Запада может заключить мир с Украиной? Ну, здесь, понимаете, здесь не рассматривайте этот конфликт как война конкретно России и Украины. Не надо das так рассматривать. Это не конфликт между Русландом и Украиной. Sondern? Этот конфликт надо рассматривать как глобальная война в данный момент времени, пусть она гибридная, на территории Украины, между Российской Федерацией и блоком НАТО. Это факт. Also, das ist ein globaler Krieg auf dem Territorium von der Ukraine zwischen Russland und der NATO. Вот. И здесь, без западных стран, этот конфликт урегулировать невозможно, потому что Зеленский и его правительство ничего не решают. Команды даются в США, с Англии, также из Евросоюза. Also это уже Зеленский. Der Zelensky hat den Krieg nicht beendet, weil er nicht entscheidet, weil das Kommando wird aus den USA, aus Großbritannien, aus der EU. Und dass es einen Putsch gegen Zelensky gibt, ist das eine Möglichkeit? Jetzt, was musst du Zelensky свергнуть? Ja, по поводу свергнут, ну это 100%, но его быстрее уберут, убьют. Уже отработанный материал. Уберут эти, они? Да кто угодно. Или украинцы сами? Так, ну, я не знаю, кто, но он уже отработанный материал. Может, даже разведки США уберут там. Англии, не знаю. Но его он не нужен. Зеленский hat sein Part schon gespielt. Der spielt keine Rolle mehr. Und wer ihn wird stürzen, dass man ihn wird stürzen, das ist ganz klar. Aber wer, das ist nicht... Das kann entweder die Amerikaner oder die Engländer sein oder in der Ukraine selber passieren. Es geht eine Geschichte um, dass die Ukraine noch eine 500.000 Zivilisten rekrutieren für den Krieg. Halt das für realistisch, dass das gelingt? Na, Ukraine hat ja schon mobilisiert 500.000 Leute. Du думаешь, что это реально? Ну, так как они мобилизовывают женщин и мужиков, которые там они их просто хватают на улице и тянут в армию, да? То, ну, мобилизовать они мобилизуют. Что дальше? Also, sie mobilisieren ja auch Frauen und die Männer, die sie noch finden, sie zerren sie von der Straße und aus dem Auto. Aber gut, sie mobilisieren sie. Und was nachher? Aha. Weil es keine Waffe hat, könnte es auch nicht viel machen, meint er, oder wie? Без оружия они ничего не делают? Или ты имеешь в виду, что они не мотивированы вообще? У них вообще нет мотивации. Это людей, вы представляете, человек работает, мирный, никого не трогает. Его хватают на улице и тащат воевать на фронт. Какая у него будет мотивация? Вопрос. Я люди имеют überhaupt keine Motivation zu kämpfen. Stell dir vor, jemand, der aus seinem zivilen Leben gerissen wird und einfach auf Front gestellt wird, der sagt, Der wird einfach überleben, oder wie? Он хочет выжить, да? Он хочет выжить, он будет сдаваться, он будет убегать по-любому. Also, er wird überleben, entweder er gibt sich oder er flüchtet. Irgendetwas. Ist er auch erstaunt, dass offenbar Russland gelungen ist,
die ganze NATO zu entwaffnen. Тоже удивлен, что Россия в принципе достигла уничтожения почти оружия всего НАТО, НАТОвского блока. Ну, в принципе, изначально, я удивлен этому факту, но опять же, все было просчитано, видимо, заранее. А то и ауды штук, это факт, а это еще в Афанга Кларксе. Путин sich gut vorbereitet hat, oder will er gut während dem Krieg gut anfangen zu aufrüsten? Зачего? Потому что Путин хорошо подготовился или что он гибко реагировал на новую ситуацию? Нет, это потому что Путин, вот мы на него обижаемся, что он в 14-м не мог. А в 14-м не позволила бы экономика России этого сделать. Как говорится, подготовили экономику к санкционному давлению, ко всему. И теперь экономика России демонстрирует постоянный плюс по ВВП, по всему. А в Европе рецессия. Поэтому не зря Путина была, позывной был шахматист в КГБ. Ясно. Also, im Jahr 2014, мы haben ja darüber geredet, dass der Putin hat, dann hat so eine Eingreifung. Aber dann ist Russland wirtschaftlich und militärisch noch nicht bereit gewesen für so einen Schritt. Und der Putin hat sich vorbereitet. Also er hat die Wirtschaft gestärkt und hat gewusst, dass die Sanktionen kommen. Und heute ist Russland in der Lage zu dem. Und der Putin hat mir nicht vergeben, als er bei KGB ist, Schachspieler genannt. Mhm. Ah, das war sein Spitzname? Ja. Leider haben wir Schweizerdeutsch gehört, das ist ja Hochdeutsch, das ist ein bisschen doof. Aber jetzt machen wir es nicht weiter so. Was denkt er? Wird das noch lange weitergehen? Как ты думаешь, война еще долго идет? Я думаю, война будет длиться до того момента, пока не будут уничтожены вот эти все элиты, которые находятся в Евросоюзе, в США, ну вот эти вот, которые либеральные, скажем так, демократические, которые не думают о своих народах, они думают только о бабках. Еще я не говорю конкретно про этот конфликт. Вы посмотрите глобально, что творят вот эти все Ротшильды и все остальные, которые вот типа золотой миллиард. Что они творят? Они творят войны по всему миру. Возьмите Палестину и так далее, и тому подобное. Это кто все начал? Also, wir müssen nicht nur die Ukraine anschauen, sondern weltweit. Also, die goldige Milliarde wehrt sich, oder ist aggressiv. Der Krieg in Israel, also in Gaza, die Rothschild, also die Hochfinanz, ist da dahinter. Ja, so goldig ist die Milliarde nicht mehr. Вот этот миллиард уже не такой золотой, как кажется. Да-да. Еще второй момент, опять же. Все плохое не может продолжаться вечно. А доминация доллара в мире, это плохо. Очень плохо, потому что он ничем не подтвержден. Фактически США при помощи доллара грабят весь мир остальной. И грабят его. Доминанс vom Dollar kann nicht ewig dauern, weil die USA, das ist schlecht, die Dominanz vom Dollar, weil nichts dahinter steckt. Ist ja bloß. Und die USA, die im Prinzip die ganze Welt ausnehmen, oder ausrauben, dank Dollar. Ja, die Vorherrschaft von Dollar muss gebrochen werden. Und das, der BRICS-Staat, glaube ich, unterwegs dazu. He? Nun ja, was die Dominanz Dollar hat als Nabus übernommen, dann BRICS würde Не только BRICS, смотрите, какая идет идея, чтобы взаиморасчеты между любыми странами могли производиться в собственных валютах. И тогда будет укрепление, само собой, каждой валюты. То есть
дать равноправие всем странам, а не то, что у нас кто-то живет хорошо, а кто-то в Африке кушать нечего, например. А за них номер БРИКС. Идея же, что мы на варик махт, бо aus Abrechnungswährung zwischen den verschiedenen Ländern fungiert. Und dass alle Länder von dem neuen Modell können profitieren und nicht nur die BRICS-Länder. Ja, okay. Auch zum Beispiel die Leute in Afrika, die dort schlecht leben. Еще такой момент. Это и есть многополярный мир. Чтобы всех была возможность жить нормально, у всех людей. Вот тогда не будет ни войн, ничего. Und das ist ja auch die Idee von einer multipolaren Welt, dass eben alle Leute Chancen haben, dass es ihnen gut geht und nicht nur ein kleiner Teil. Ja. Und das scheint dann Putin gut zu gelingen mit seiner diplomatischen Arbeit, die er auf der ganzen Welt macht, oder? Wie kannst du Putin tut jetzt Progress, dem Stand auf всему миру хорошо работает. Дипломат, российская дипломация хорошо работает. Да, вот правильно говорите, в этом и есть прогресс. И многие уже начинают задумываться, многие страны мира, многие континенты начинают об этом задумываться. Что да, не нужен нам доллар, абсолютно не нужен. У Евросоюза есть своя валюта, они прекрасно себя чувствуют, они торгуют как единое целое. Нет вопросов, торгуйте дальше. У нас есть страны БРИКС, они в своих валютах работают, да, там, к примеру, иена, рубль, там, юань, рубль, лира, это индийская, говорю. Они работают в своих валютах, но также мы можем торговать, например, евро-рубль, почему бы и нет. Также мы можем доллар-рубль торговать, а не то, что весь мир в долларе, все. Американцы, блин, ни из-за чего получают сверхприбыль. И это richtig, gibt's einen Fortschritt, und, also zum Beispiel, dass man eben Handel treiben kann, auch mit Europäern zum Beispiel. Wieso sollen sie nicht mit dem Euro in dem neuen Währungssystem drinnen bleiben? Und dass aber alle zusammen eine Chance haben, auch Indien und andere Länder. Und auch der Dollar. Nur ist es einfach, macht es keinen Sinn, dass der Dollar die ganze Welt beherrscht. Was sagt er, dass der Elon Musk Satelliten Starlink anbietet für die Ukraine? Hast du dich ab Elon Musk, der dal Ukraine was можно воспользоваться спутниками своими? Илон Маск, это бизнесмен, он на этом неплохо заработал, блин. И все. Илон Маск это бизнесмен, он hat nicht schlecht verdient daran. Ja, also Vorwurf... А теперь еще один момент. Starlink уже и у России есть. Илон Макс уже и здесь зарабатывает, так что все нормально. Also Starlink ist Russen haben unterdessen auch schon Starlink, der Илон Маск verdient auch an den Russen. Ja genau, das habe ich gehört, dass auf dem Schwarzmarkt über den Mittleren Osten, glaube ich, mit einer Starlink-Schüssel auf Russland kommen. Stimmt das in dem Fall? Ja, ich habe gehört, dass da можно воспользоваться через Средний Восток этим Starlink в России. Это так? Ну, уже в районе года пользуются. Das ist etwa schon ein Jahr, dass wir das schon? Ah, ja. Super. Interessant, dass der Elon Musk das nicht unterbindet. Das kennt er wahrscheinlich geografisch, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Есть у нас и швейцарские часы брендовые, швейцарский сыр, все у нас мы, это мы есть. Мы у швейцар, есть все бренды оригинал европейские. Швейцар уры, мы у швейцар газ, мы у европейские марки. Ja, die Sanktionen wirken einfach nicht gegen Russland, sondern gegen den Westen. Das nächste Sanktion работает nicht против России, а против Запада. Против Запада, ja, так и есть, ja, да. Ну, а что? Das ist so ihre Klonwelt. Ja. Вы же все равно, вот Запад пользуется энергоносителями, той же нефтью российской, тем же газом. Но только где они берут это все? Зато Турция теперь прекрасно зарабатывает на российском газе. Супер! А, also, der Westen braucht ja so oder so Erdöl und Gas. Und jetzt müssen sie kaufen sie selbst an einem anderen Ort und andere noch verdienen. Zum Beispiel Türken verdienen jetzt extrem gut am Gas. Ja. А могла это делать Германия? Ja. Und die Deutschen zahlen die Rechnung. Ja.
da muss, man müsste fast Mitleid haben mit der deutschen Zivilbevölkerung, oder? Nein, da schalten jetzt Nemzew. Да, немцев скоро придется жалеть, а куда ж деваться? Я, а за методичем мы смогли иметь лайдга, да, свечи со. Где делись заводы Volkswagen и все остальное? Куда они уже мощности переносят? Покажи, вы США. Автофабрики Харри и ТУСА. Не бывает, это индустриализировано, то там, что как дешевый газ von Russland überkommt, ist ja dann auch alles durch in der Produktion, oder? Значит, Германия, пойдет деиндустриализация, потому что уже не получает дешевый русский газ. Не только газ, вообще. Нет нам газ. Энергоносители в общем. А вы энергетрекер. Смотрите, вот, возьмем Европу, Евросоюз. Вырабатывается электроэнергия при помощи чего? Природного газа. А салют, чем выше будет Европа. Die elektrische Energie wird mit Erdgas hergestellt. Дальше, зеленая энергетика, это полный бред. Она работает в маленьких масштабах. Но в масштабах огромных предприятий и промышленности зеленая энергетика ничего не сделает. Also die erneuerbare Energie, das ist ein fertiges Abnis, das kann vielleicht im kleinen Raum funktionieren, aber große Energie verbrauchen die Unternehmen können von dem nicht leben. Weil es einfach zu teuer ist, oder? Eben, du musst das Licht im Dorf abholen. Was? Потому что есть атомные электростанции, которая одна вырабатывает такое количество мегаватт энергии. Сколько надо ветряных мельниц поставить? Also, ein Atomkraftwerk stell dir vor, wie viele von den Windmühlen, wie manche Windmühlen ins Atomkraftwerk ersetzen. Ja. Ну так далее. Примеров очень много. Ну, я вам сразу скажу, Россия войны не хочет. Aber ich sage euch nochmal, Russland hat keinen Krieg. Und Russland hat noch nie Krieg gebaut. Если взять, скажем, фольклор, этнос российский, мужик там, Емеля лежит на печи, отдыхает, не трогайте его. Не трогайте, он будет дальше лежать там у себя, там что-то делать, все, не трогайте. Но если тронете, он будет долго собираться, но потом все. А за Русище, und wenn man einen Geig ausladen kann, aufscheuchen, dann geht es lang, bis er rauskommt. Aber wenn er mal angefangen hat, dann läuft etwas. Das ist wieder das Bild vom russischen Bär, oder? Ja, genau. Das ist tief verankert in der Kultur. Richtig, ja. Если взять из истории взять, то назовите мне хоть одну войну, которую начала Россия. Also, in der Geschichte nennen wir einen Krieg, wo Russland hat angefangen. Ich kenne keine. Я такого не знаю. А теперь ответьте на следующий вопрос. А сколько войн Россия закончила? Афганистан. Die nächste Frage. Wie viel Krieg hat Russland beendet? Вот так. Ja. Да, это Тутик сайт, да? И oder? Эту закончим. Путин же сказал, что он не начал войну, но хочет его закончить. Ну так и есть. Сейчас, если из истории Россия никогда на кого никогда не нападала. Обычно на Россию нападают. Но потом, как говорится, раз в 100 лет Европа получает по шее и опять ждет следующие 100 лет, чтобы опять прийти в Россию, опять по шее получить. Получается так. Садомазохисты какие-то. Да. Also, es ist ja so, in den letzten Jahren, einisch im Jahrhundert überfällt Europa Russland und überkommt auf den Sack. Und dann geht es wieder ins Zeitchen und dann kommen sie wieder. Und er hat das Gefühl, dass die Europäer Masochisten sind. Genau. Ну и сейчас то же самое. Jetzt passiert mir das Gleiche. Ja. Надо просто, чтобы люди в Европе, там,
где США, просто обычные люди взяли, поднялись, вот этих всех, которые у власти, которые кровь с вас пьют, взять их вот так вот, выгнать нафиг, поставить туда нормальных управленцев, чтобы люди думали о своем народе, о экономике своей страны и были патриотами каждой своей страны. И тогда будет порядок. Тогда сразу эта Украина закончится и все. Такие деньги загонять сюда в Украину, опять же, схемы какие. Деньги забирают у налогоплательщиков той же Швейцарии, например. И они до Украины даже не доходят, от них разворовывают сразу. Also, das Volk im Westen sollte endlich aufstehen und die Blutsauger von der Macht, stoßen, schicken, damit normale, Leute kommen, Politiker kommen, die das Wohl vom Volk im Sinn haben. Weil das Ganze ist doch nur eine Geldwäschanlage. Genau. Was passiert? Das Geld kommt. Ja. In die Ukraine und der kommt nicht einmal in die Ukraine und geht wieder zurück. Ja. Ja. Kannst du sagen, dass ich sage absolut nein, aber eigentlich mit ihm. Ja, Bonus, das ist dabei verblassen bei dem. Ну вот, мы обычные люди из разных стран, и мнение у нас в этом плане одно. И так во всем мире, я больше чем уверен. Никто войны не хочет, никто. Also, gewöhnliche Leute aus verschiedenen Ländern und haben die gleiche Ansicht. Und ich bin überzeugt, dass das auf der ganzen Welt ihre Mehrheit so ist. Glaubt ihr, dass in der Ukraine noch viel Kräfte gibt, wo der Krieg auch akt, wo nicht würden wollen aufhören? Gibt es so 30-40% oder 70%, die sagen, wollen, machen wir weiter? Ah, du думаешь, dass в Украине еще много людей есть, которые хотят воевать, которые не хотят перестать? Там уже, походу, никто не хочет воевать. Да, это вот что... Хочет Макрон воевать, Шольц воевать. Байден хочет воевать. Also они хотят. Der Макрон, der Шольц, der Байден, die wollen Krieg. Weißt du, Ukraine auch nicht? На западной Украине тоже не хотят. Западная Украина, ну никто не хочет умирать. То, что там показывают СМИ, эту картинку. Эту картинку показывают для того, чтобы людей обманывать. И них обманывают. Вы вот сейчас с живым человеком разговариваете. У нас нету проукраинских никаких позиций. И у нас четкая позиция одна. Наш президент Владимир Владимирович, и мы не хотим воевать ни с кем. Мы хотим жить спокойно, торговать, дружить и так далее. А у интернет Украины ведь не секрет. Das wird nur mal im Fernsehen so dargestellt. Und wir in Russland, hier in Russland sowieso, weil die Leute Krieg nicht. Wir wollen Handel treiben, wir wollen es entwickeln. Apropos Handel und entwickeln, jetzt abgesehen vom Krieg, wie tut die Bilanz von Putin beurteilt, in den letzten 20 Jahren hat das auf sein Leben einen Einfluss gehabt? Spürbare, wenn ja, wie? Как ты оцениваешь работу Путина в последние 20 лет? Это влияло на твою жизнь, если что, как? Я оцениваю следующим образом. Спасибо Богу, что он нам дал Путина. Спасибо Богу. Если бы он не Путин, я не знаю, что бы сейчас с нами было. Потому что Ельцин пропил Россию. Also, Горбачев развалил Россию. Погоди. И данка конт. Dass uns den Putin geschickt hat. Wenn der nicht wäre gesehen, wäre Russland heute am Boden. Der Jelzin hat Russland versoffen. Da bestreitet er mir noch, ja. Und der Gorbatschow hat es verkauft. Hast du dir schon gesagt, dass er Горбачев предатель своей страны. Который опять продал Советский Союз американцам, он его развалил. Er hat Sowjetunion den Amerikaner verkauft. Er hat das Land zerstört. Aber gibt es im ganzen Russland so eine Art Aufbruchsstimmung, einen positiven Geist trotz dem Krieg? Сейчас, в принципе, чувствуется в России вот этот
положительное настроение. Конечно, патриотизм, во-первых, поднимается. Natürlich. Also, erstens, nimmt der Patriotismus sehr zu. Люди начинают раньше как, вот все, ой-ой-ой, Россия. Сейчас люди гордятся тем, что они русские. Also, это важно. Früher hat Leute gesagt, oh, kommt nicht gut. Aber jetzt sind, sind Leute wieder stolz drauf, dass sie Russen sind. Ну и если взять с точки зрения обычного человека, то уровень жизни поднялся в десятки раз лучше стал. Also, wenn man gewöhnliche Bürger nimmt, das Lebensniveau hat sich etwa verzehnfacht in seiner Zeit. Das sind der Putin nicht angefangen. Was immer verzehnfacht heißt, das ist schwer, kann man das konkretisieren, weil das bedeutet... Конкретно, ну, во-первых, если взять время 90-х годов, да, то ну, зарплаты были маленькие, там еле хватало концы с концами свести. Also, konkret, in den 90er Jahren hat er ganz teufe Löhne gehabt, sie haben kaum das Lebensnotwendige können kaufen, nicht nur mehr. А сейчас у людей, если взять Российскую Федерацию, вы же заходили в магазины, полные полки продуктов, пожалуйста. Und jetzt, das sind ja in den Läden gesehen, die Läden sind voll mit Produkten. Вот, у людей и хорошие зарплаты, они себе позволяют это покупать. Die Leute haben einen guten Lohn und können das kaufen. Wie alt ist er? Es kommt die Bille. Не 50. 50. 50. Ну что, я помню прекрасно, я 90-е прожил тоже. Это ужас был. Ich mache mich sehr gut. Кушать нечего было. Ich habe die ganzen 90er Jahre erlebt und ich weiß, wie es war, wo man nicht mehr zu essen kann. Второй момент. Бытовая техника, автомобили, у нас все есть и все такое же, кого-то оглянитесь вокруг. Тоже, вот, пожалуйста, Форд поехал, вот мы на Хюндае едем, там Мерседесы ездят, БМВ, все so, это мы, есть, и люди это покупают и могут себе позволить. Мы имеем авто, мы имеем, кстати, что фарта Форд вбей, БМВ, фарта Хюндае, мы можем это leisten. Würde sagen, das hat damit zu tun, weil er Korruption eingedämmt hat, oder schafft mittlerweile so viel Erfolg in der Wirtschaft, dass die Korruption zwar immer noch da ist, aber es sind nicht mehr so schmerzt. Связано ли это, что он, что коррупция стала меньше, или с тем, что просто стало больше денег вокруг? Ну, это взаимосвязанные два понятия. Нет, это все сама. Ja. В любом случае коррупции стало меньше, это в любом случае. В каждом случае коррупция набрала. Ну, искоренить ее невозможно, наверное, ни в одном государстве. Я больше чем уверен, что во всех государствах есть коррупция. Я убежден, что это невозможно, что коррупция полностью устроена в каждом стране. Да. Вот. Но увеличились доходы обычных людей. Aber die gewöhnlichen Leute verdienen mehr. А доходы могут увеличиться только в том случае, если экономика поднимается. Und verdienst kann nur aufbauen, wenn aber die Wirtschaft wächst. Ja, und wie ist mit der Rente? А пенсии? Пенсии тоже увеличились, конечно. Also auch die Rente sind aufgegangen. Не все сразу, ребят. Nicht alles miteinander. Das ist schwierig. Ja. Aber auf dem Land ist es immer noch schlechter als in den grossen Städten. Noch die Ebene, so ist schon хуже, чем в городах, наверное. Вопрос очень-очень вот такой. Надо просто, чтобы вы съездили в деревню. Das ist so eine Frage. Wir müssen selber in Dörfer rausfahren und schauen, wie das ist. Genau, ja. Там как бы люди по-своему довольны своей жизнью. И что тут, где тут прикладывать, блин? Автомат. Там, где стрелки, наверное. Все, да. Kann ich noch fragen, er hat gesagt, ein Kopfproblem, hat er doch Kopfweh, oder was ist das? Ты сказал, у тебя контузия, у тебя голова все еще болит, есть последствия этого? Ну, на погоду бывает, давление бывает подскачет. Ja, ich habe manchmal Probleme mit dem Blutdruck.
Ну, так-то нормально, в принципе. Aber insgesamt ist es wieder gut. Ah, okay. Ist er denn beschossen worden, oder was ist da passiert? Hast du Papal Bad Abstrahl? Da. Ja. Weht da nicht gern drüber, hä? Echt mal. Ist sehr wortgewaltig, aber da weht er nicht viel, ne? Попал под обстрел, да, при штурме 31-го блокпоста. В 15-м году, в феврале в начале. Перед заключением Минска-2. Anfangs Februar 2015. Ist das gesehen? Ja. Ist auch der Meinung, wenn der Putin ja wollen, ohne Rücksicht auf zivile Verluste, wäre der Krieg schon lange beendet? Путин так хотел, он мог бы закончить эту войну, несмотря на гражданские потери, да? Ну, конечно, мог. Вот смотрите, давайте... Natürlich hat er das können. Как делает Россия? Aber look at was Russland macht. Есть два у нас конфликта, которые вообще невозможно сравнивать. Es gibt zwei Konflikte, die man nicht vergleichen kann. Сейчас там конфликт здесь на Украине, как отрабатывает российская армия, бережет мирное население, бережет города мирные. Вот Россия möglichst die zivile. И как работает Израиль? Он штет, шона, он лукает Krieg in Israel. Что Израиль творит? Was macht Israel? Wir können halt davon auf Zivilbevölkerung, da will er sagen, oder? Ja. Если бы Путин захотел, уже бы давно все было бы закончено. Но тогда бы не остались, ни городов бы, ни чуть не осталось. И людей бы погибло очень много. So hat wohl, hat man schon lang ausfertig, aber da wäre keine Stadt mehr da. Also ich habe vor etwa 3 oder 4 Mal nicht gehört, von offiziellen Zahlen, wo man nicht unbedingt glauben kann, das ist vom Westen, dass etwa 20'000 Zivilisten sollen gestorben sein. Wenn man denkt, dass jetzt gerade im Gaza-Konflikt allein ist, wenn man nicht über 30'000 gestorben sind, ja, ist das schon eindrücklich, oder? Да, я слышал, что в украинском конфликте 20 000 гражданских умерли, а в Израиле, в Газе уже 30 000 в это короткое время. Ну, смотрите, вот этот конфликт, который здесь, во много раз меньше погибло гражданских, чем военных. Это уникальный конфликт. Как правило, в основном всегда гибнет в разы больше гражданских. Этот конфликт в Украине besonders, weil im Vergleich sehr wenig zivile Opfer gibt und viel mehr militärische, weil in einem üblichen Krieg sterben immer viel mehr Zivilisten als Militär. Genau, das ist richtig. Aber das ist der Putin könnte den Krieg beenden, wenn er Kiew Flächen bombardieren würde. Aber dann hat er genau auch die Quote von sehr vielen zivilen Toten. Und das will er halt eben nicht. Второй Moment. Украинские войска закрываются мирным населением. Располагают в мирных городах пушки, ПВО. И работают ПВО против... Летит ракета, летит тот же калибр, он летит по координатам. У него метр сюда, он попадет. Там, например, военный объект. Нет, надо его сбить над городом Харьков, например. Или над Днепропетровском надо сбить. И все, и потом это все падает на мирные дома. Кто это делает? Россия? Нет, это делает Украина. Второй пункт ist, dass die Ukrainer sich hinter der Zivilbevölkerung verstecken in der Stadt. Also die haben ihre Kanone oder Abwehr in der Wohnquartier innen. Und nachher schießen sie zum Beispiel eine russische Rakete ab und die fällt nachher zum Beispiel in Kharkov oder Dnipropetrovsk und die fällt nachher auf ein ziviles Haus. Ja. А, у нас этот, там, расскажите в Швейцарии, медведи же не бегают не с балалайками, видите? Медведей нет. Also, слыхайте, die Schweiz erzählen, da laufen die Bären nicht auf der Straße rum. Leider nicht. Нету. Жалко, что их нет. Они есть, но лучше пусть они будут там, где они есть. Also, они и здесь есть, пара, но в лесу. Aber, es besser, wenn sie im Wald sind. Они в лесу, пусть там живут. Ist auch im Wald, aber.
Вот такие дороги у нас все. Und look, die Straße, die wir hier haben. Ja, super. Ну, хуже, чем в Швейцарии. Но, тем не менее, тоже хорошие. Sie sind vielleicht ein bisschen schlechter als in der Schweiz, aber gleich nicht so schlecht. Ja, stimmt. Danke, Pravda. Да, вот дороги, конечно, стали очень хорошими в России. Я помню, как это было в 90-х и как сейчас. Да, но сейчас заняты. Сейчас, конечно, у России очень много дорог. Also, Russland hat natürlich sehr viel Strasse zu bauen. Das ist so groß. Ja, ist krass, ja. И поэтому, ну, стараются сделать их все, и когда-нибудь все сделают, но... Не все сразу. Und der Traum ist es klar, dass man das nicht von heute auf morgen aus aufbauen. Aber der Willen ist da. Geht er aber zurück auf Luhansk, manchmal? Er wohnt dort. Aber jetzt wohnt er dort? Ja. Ah, immer noch? Meine Familie wohnt in Luhansk. Und er ist auf dem Schaffen und geht ja. Alpha. Значит, ты сейчас едешь назад в Луганск? Нет? Я не знаю. Я работаю такси межгород. Я могу сейчас взять заказ из Воронежа и уехать в Москву, например. Also, но твоя семья, ты же все-таки регулярно вернешься в Луганск. Ну да, я поезжу и домой. Also, ich arbeite als Taxifahrer im Städteverkehr, also zwischen den Städten. Es ist gut möglich, dass ich jetzt einen Auftrag bekomme nach Moskau als nächstes. Ja. Aber ich lebe in Luganz. Meine Familie ja. Lebt in Luganz. Macht ihr jetzt Sorgen wegen dem, oder sind die nicht so nahe an der Front? Тебя волнует судьба семьи, или они в безопасности? Они в безопасности. Sie sind in Sicherheit. Schön. Меня только родители в опасности, но я там ничего не могу сделать. Meine Eltern, die sind in Gefahr, weil sie in Kupiansk sind. Okay. Aber ja. Ich kann das leider nicht ändern. Ja. Они, к сожалению, находятся на той территории, которая подконтрольна Украине. Sie sind leider auf dem ukrainisch kontrollierten Gebiet. Ага, окей. А родители у меня поддерживают Россию. Und meine Eltern unterstützen Russland. Им там очень тяжело. Und das ist für sie eine sehr schwierige Situation. Würden Sie Repressionen befürchten vom ukrainischen Militär? Oder ist das, wissen Sie nicht, wer wie denkt? Они могут опасаться репрессий от украинцев. Или те не знают, кто за Россию. Они там не знают. Там... Я вам скажу, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская области, Киевская область. Там, ну, там территория Российской Федерации, фактически, России. Там люди в основном, не в основном, это русскоязычные люди. Also, от Украины wüsste nicht, wer für Russland ist. Also, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса und auch Киев. Region, das sind russischsprachige Regionen. Mhm. Und da kann man nicht wissen, wer wie denkt. Никто не знает, кто как думает. Ja. Und Leute halten sich zurück, oder? Люди молчат лучше, да? Люди молчат, люди боятся, людей запугали, людей убивают там. Люди, sie sagen nichts, weil sie sehr viele Leute umgebracht wurden und darum haben sie Angst. Mhm. Ja. Das ist interessant, wie sie immer sagen, dass der Putin Diktator ist, aber der ja. Zustand in der Ukraine ist auch nicht gerade demokratisch. Also der Zustand in der Ukraine ist im Vergleich dazu furchtbar. Oh, das ist gut. Näher kann ich fahren. Спасибо, sehr interessant. Очень интересно. Ja. Рассказывал. Ну так, я ж здесь живу. И лапа хаунто. И я не знаю ваши новости, я не смотрю, мне не интересно. И люга, и нафрихте не да, das ist interessiert mich nicht. Бесо. Это лучше так. Я больше вам скажу, я и местные новости не смотрю. Он и сагнах, но мы и люга, и нафрихте то хие не да.
Просто мой бизнес связан с поездками. Я очень много общаюсь с людьми по всей территории Российской Федерации. Дома. Крыму, Запорожская, Херсонская, ЛНР, ДНР. Я везде езжу, я везде с людьми общаюсь. Мини, ihr fahrt, das was passiert, auch in meinem Job, wo ich fahre, ganz Russland, dominant, von Moskau bis auf Krim. Und ich rede mit den Leuten. Und seine Gäste denken, ich hätte die Regel so wie er, oder? Augusti, обычно, того же мнения, как ты или как? Всех свое мнение, но... Jeder hat seine eigene Meinung. Люди, гости, приехавшие из Европы, как правило, всегда, это прям... Они очень удивлены, и они буквально за неделю меняют мнение о России полностью свое. Потому что они понимают, что их обманывают. Wer aus dem Westen kommt und in Russland hier ein bisschen umgeht, der ändert seine Meinung innerhalb von einer Woche, weil er versteht, dass man im Westen über Russland falsch informiert wird. Ich hätte meine Meinung auch geändert, wenn nicht schon mit dieser Meinung dranekommen wäre. Он тоже изменил бы свое мнение, если бы у него уже не было. Что? Ну, у него уже до этого, до поездки в Россию было такое. Уже измененное, да? Уже изменено. Ну да, вот люди, которые попадают сюда, в Российскую Федерацию, там даже в тот же Крым, ну вообще, попадают в РФ, они в шоке. Они говорят, как же нас обманывают, почему нам так, почему? У меня из Прибалтики были в гостях люди. Ну, я же много вожу, я поездок много. То есть людей возил из Прибалтики, возил французов. Они все в шоке. Почему нам говорят неправду о России? Почему так? Also er hat gestern auch aus Westen, also aus dem Baltikum oder auch Franzosen hat rumgefahren und die sind alle schockiert gewesen und sagen, wieso tut man uns im Westen über Russland belügen? Was haben die für Erkenntnis, dass sie merken, dass sie belogen worden sind, wenn sie da sind? Как они понимают, что их обманывают? Ну, они же все видят. Sie sehen einfach, was da... Как люди относятся, как общаются, какие цены на топливо, на все остальное, на продукты. Wie alles funktioniert hier, was man da hier aus hat und hat. Люди же, обычные люди, они смотрят что? Ему, обычному человеку, надо прокормить свою семью, заплатить коммунальные платежи, возможность была, чтобы отдохнуть, чего-то купить покрупнее и так далее. Вот люди смотрят, какие здесь цены, какие здесь люди по характеру, не злые, не агрессивные, с автоматами не бегают, медведей на улице нету, люди в шоке. Города освещены, чистые. Ha und können in Ferien gehen, gut leben. Und wenn sie sehen, wie da hier alles funktioniert und dass dort die Leute freundlich sind und dass niemand mit dem Bär rumläuft und die bedroht, dann sehen sie, dass es eben ganz anders ist, als es dargestellt wird. So, Prost! Das ist alles ganz einfach. Вот и все. Ну, блин, я честно, я сам, я против войны. Но когда тебя приходят убивать, ну, деваться нет. Надо защищаться, семью защищать. Also, ich hätte den Krieg nie wollen, aber wenn die einfach kommen und nicht mehr umbringen, dann musst du verteidigen. А в 14-м правительство Украины пришло с оружием убивать население своей страны, как они считают. Und im 2014 ist die Putschregierung, die ukrainische, nach Osten gekommen, hat angefangen, Zivilisten umbringen. Так что не Россия эту войну начала, и не в 22-м году. Das heißt, nicht Russland hat den Krieg angefangen, nicht im Jahr 2022. Das ist genau. Das ist das Märchen, was uns erzählt. Почему люди в Европе не видели, что нас обстреливали Луганск,
начиная с 14 по 22. 8 лет обстреливали Луганск постоянно. 8 лет люди погибали. Дети погибали 8 лет. Никто не замечал. А я там жил. Da haben wir ja keine Hoffnung mehr gehabt, wahrscheinlich, oder? Also das ist ja schrecklich. Никто не замечал, а теперь Россия напала. Да правильно и сделала. Niemand hat das irgendwie bemerkt, und jetzt ist Russland der Aggressor. Ja. Ну, все равно верим в лучшее, все это наладится, закончится, будет мир. Не дай бог, чтобы ядерная война была. Потому что там победителей не будет. Aber man muss doch die Hoffnung nicht verlieren. Das wird endlich zum Ende kommen. Es wird Frieden geben. Und wir müssen hoffen, dass es nicht zu einem Atomkrieg führt. Красота! Ist doch schön da. Ja, da. Бескрайние степи, поля, вон. Сельское хозяйство как развито. А нам говорят, что мы себя не прокормим. Да мы себя прокормим. Die Landwirtschaft hier ist sehr entwickelt. Знаете, поля, все обрабатывают. Воронежская область, центральный черноземный район Российской Федерации. Also der Region Воронеж ist der Zentralteil von der Schwarzerde, also von der fruchtbaren Region. Ja. Слой плодородного чернозема местами больше, чем 1,5 метра. Und es gibt Orte, wo die fruchtbare Boden 1,5 Meter dick ist. Wow. Такие же черноземы встречаются на территории Украины. В частности, Харьковская, Черниговская, Полтавская области. Во время Великой Отечественной войны фашисты чернозем украинский и воронежский, отсюда вот, ну, воронежский, брянский, вывозили железнодорожными вагонами в Германию. Землю прям вывозили, вот так. Да. Здесь у нас сельскохозяйственная вот зона. Воронеж, город-миллионник, но очень много сельского хозяйства вокруг. Липецкая, Воронежская, Воронеж – это миллионная штат, но это очень много сельскохозяйства. Du bist das beste Beispiel dafür. Du lebst in der Millionenstadt, du bist für die Landwirtschaft prägend. Я сам фермер. О! Я хозяйство. Сюда! Вот здесь земля вот такая, все будет расти. Я живу в городе Воронеже, у меня свое, у нас на нашем хозяйстве, на городе. А, вот тут бишь, что вы так? У вас животноводческое направление или все? Нет, растениеводство. Растениеводство, да. Пшеница, соя. О, молодцы, молодцы. Ну, он говорит, я не отвез чернозем, я приехал в чернозем. Я понял, правильно, приезжайте в чернозем. Здесь. А мы же гостям рады. А если вы будете здесь работать, зарабатывать деньги себе, платить налоги, то мы только рады. Хорошие опытные фермеры нам нужны. Мы брухо erfahrene Bauern. Знаешь, das wo die mitnimmt von der Flenefere, wie alle Russen einfach immer am besten über Wohlwollend eingestellt sind, obwohl sie finden, dass sie eigentlich dass sie fast keinen Grund mehr haben. Ja, ja. Das ist wirklich, das ist ja, das ist beeindruckend. Мы же это, русские люди любим вкусно покушать. Мы Russen, die gern gut essen. Мирал. Поэтому фермеры нужны. Дропрухт. Да, это сайт, где талиленчи. Я думаю, это всем
Всех так. Ну да. Ну там нам недолго осталось. Да. Вот тоже подсобное хозяйство. Там. Ага, да. Это от этого. Цурюпы. Цурюпы. Это агроном был, да? Я не знаю.